друзья мои. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня у нас 8 августа. Ну вот снять невозможно, поезда ничего не дадут снять. Но мне так хочется вам показать мою красоту, какая сейчас у меня есть. И вы знаете, я вот хочу сказать. Природа. Вот такая жара стоит. Жара, пекло, пекло. А мои цветочки цветут, цветут и радуют меня. Вот просто хочу показать. Вы посмотрите, какая красота. Ой, как цветут сейчас летники, друзья мои. Ну, просто чудо. Ну, знаете, вот сейчас поливала, отломила цветочек бегонии. Посмотрите, какая красота. Так жалко. Он бы еще очень долго цвел. Ну, вот теперь что же. Уже ничего не сделаешь. Потому что надо спешить. Сегодня еще много работы. Мне нужно закрыть синенькие. Муж там продавал кое-что. Ну, предложили на обмен синенькие. Я не выращиваю синенькие, друзья. Не выращиваю, потому что... Да что вы! У нас, во-первых, жуки съедят сразу все колорадские. Вот. Потому что рядом картошку выращивают. Ну, представьте, сразу все съедят, не успеешь оглянуться. А брызгать ядом не хочу. Я раньше все выращивала, и картошку, и синенькие. А сейчас поняла, что этого не нужно. Потому что, ну, баклажаны я имею в виду. Баклажаны у меня не очень любят. Ну, вот это, в этом году принес там он 8 килограмм. Помидорчики у меня, все остальное у меня свое есть. Я закрою. Икры, может, сделаю, что там еще. Вот, немножко, понемножку. Вот, на зиму. Сейчас там поджарить немножко, там, чтобы, знаете, им, как говорится, ну, пусть хоть они, как это, хоть раз покушают, что ли, раз уж им не нравится. Так, все равно, на, знаете, первый раз оно всегда вроде бы с аппетитом кушается. Ну ладно, это уже другой разговор. Я вот вам что хочу сказать. Вы посмотрите, все уже вот у меня в том цветнике, можно сказать, отцвели. Цветы, лилии, лилейники. Да, вот розы, правда, начинают повторно. Там флокс еще, я потом покажу. А вот тут вот, друзья мои, летнички, комнатные цветы, которые вынесены на улицу. Ну как цветут, послушайте. Вот, посмотрите, какая красота. Фукси. Друзья, я не буду рассказывать по каждому цветочку отдельно. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, столько цветов, но рассказать невозможно же все. Вот, посмотрите, как цветут цветочки комнатные. Ну, просто чудо. Вот бегошки, которые я выращивала сама из семян. Ну, давайте так, я вот поливаю, чтобы время не задерживать. Вот. Посмотрите, вот какая красота. Вот это вот вам надо показать. Посмотрите. Фасоль зацвела. Ну, бобы, вернее. Они, вернее, не столько, ну, как, декоративные бобы, что ли, скажем так. Или фасоль. Даже не знаю, как правильно их назвать. Вот. Ну, я даже и не пыталась искать правильное их название. Ну, а зачем оно нужно, господи? Мне-то что с ними делать? Вот, посмотрите, какая красота уже зацвела. Видите? Вот, посмотрите, во, видите, какая красота. Вот туда. Все заплели уже. Хорошо. А тунбергия крылатая. Вы посмотрите, сколько уже у нее цветочков. Вот, конечно, вы знаете, я хочу сказать, немножко неправильно, конечно, у меня все. Но, понимаете, нужно присмотреться к растению. Нужно, как оно себя ведет, все. Смотрите, как цветут комнатные цветочки. Бегонии, ну просто шикарно. Катарантусы, друзья. Только обратите внимание. Вы знаете, тут даже у меня бегошка еще одна собирается зацветать из моих семян. Я обратила внимание только сегодня. Вот, посмотрите, видите, вот она. Ну, может быть, и там тоже. Но мне плохо видно. Я же понастановила, понасажала здесь всего. А вот вы представляете, если бы у меня
Ну, росли какие-то одни цветочки, допустим. Они бы уже, допустим, отцвели, да? Или уже бы, ну, как бы вот, как лаватера, да? Посмотрите, она уже не такая красочная, да? И посмотреть-то, собственно, тогда уже не на что. А так, когда все в совокупности, и цветение какое красивое. Ой, ну вот там, посмотрите, фуксия. Ох, красавица. Одна, ну просто замечательно цветет. Замечательно. А тарения, друзья, обратите внимание, какая красавица, вот как бушует красота. Да, друзья, цветочки радуют все равно. Вы только посмотрите, какие цини у меня огромные, вот огромные. Сегодня вот буду поливать и хочу вам рассказать одну историю. Я в детстве жила в поселке, шахтерский поселок был. Ну, вы знаете, жили мы бедновато, конечно, потому что, ну, во-первых, мама у меня работала на стройке. Хоть она и работала бригадиром, но платили, друзья мои, очень-очень мало. Ну, тогда вы сами знаете, в советские времена вообще были зарплаты небольшие у всех. Ну, как-то все жили дружно. Как-то все жили, ну, знаете, вместе как-то были. И старались друг друга поддерживать как-то. Ну, вот, вы знаете, собирались за большим столом на улицах. Выносили кто у кого что есть. И почивали друг друга. Но мы, знаете, жили в таком месте. Это был шахтерский поселок. Люди были очень зажиточные. Не все, конечно, а именно те, кто работал в шахте. Потому что получали они хорошие деньги. Ну, не туда пошла, ну ладно. Получали они хорошие деньги, и в отличие от тех, кто просто работал на обычных предприятиях, у них, конечно, денег было много, скажем так, ну, по нашим меркам. Но завидовать никто никому не завидовал. Ну, кому мешало идти на ту же шахту? Ну ладно, я хотела не об этом рассказать. А я уже училась в 7 классе, у меня было 2 подруги. Людмилы, обе Людмилы. Одна подруга у меня появилась, ну как, стала моя подруга чуть попозже, а другая, ну, сказать, что прям мы сильно хорошо дружили, ну, это не так совсем. Людмила дружила с соседской девочкой, которая была старше нас на 4 года. Ну, дело не в этом, а дело в том, что пришло время, и эта подруга уехала. Вот, и мы остались с Людмилой как бы, ну, не с кем было больше дружить, как нам с ней только. Оставалось нас 2 на улице, понимаете, больше никого. Ну, короче говоря, я очень уже в то время очень сильно любила цветы, очень сильно. Ну, взять было негде, продавались в основном только астры, еще их называли польские цветочки. Вот, продавались только астры, семена, можно было приобрести только семена астр, а мне, ну, очень нравились цветы. Вот, и вот мы уже учились в 7 классе, перед 8 классом, летом, значит, не летом, а весной, ранней-ранней весной. Очень уж мне хотелось приобрести тюльпаны. Ну вот просто хотелось. Мне так нравились тюльпаны. А с нами еще дружили 2 хлопца с другой улицы, а не с параллельной улицы. Обоих звали Сашами. Вот. И еще один друг ходил к ним, один родственник Саши. Тоже, кстати, Саша. Вот 3 Саши получалось. Ну, были примерно одинакового возраста мы, вот, только Сашки эти они заканчивали, перешли в 10 класс, а мы с Людмилой в 8. Ой, часто собирались мы вечером на улице, гуляли, ходили, в общем, как говорится, как могли, в свое время развлекались. И вот, значит, весна, начинает цвести тюльпаны, а у нас, друзья, была, мы называли ее сыпка, куда возят зерно. И вот там хранилище было зерновое, и там вокруг дорожек, возле здания, росли тюльпаны. Тюльпаны разные, приразные. Ну и что вы думаете?
Вот эти два Сашки и говорят, мы заговорили мы за тюльпаны. Я говорю, вот нету никаких у нас цветов, даже тюльпаны взять негде. Как-то у нас в поле не росли тюльпаны, вот, ну, не было. И вот мы, Сашки эти говорят нам, о, так в чем дело? Мы сейчас добудем тюльпаны. Девки, пошли. Пошли, мы знаем, где растут тюльпаны. Но мы-то тоже знали, где растут тюльпаны. Причем тюльпаны росли не только там, на этом месте. Но, а еще у нас была квартальная, она не квартальная, она работала в поссовете, председателем поссовета. И тоже жила у нас в поселке. И у нее столько было разных цветов, слушайте. Ну, я не знаю, где она брала эти цветы, понятия не имею. Ну, короче говоря, тоже у нее росло очень много-много-много цветов. И она, значит, ну, выращивала. У них был огромный забор и во дворе огромная собака. Пойдемте, мы сейчас вам цветов найдем. И посадите у себя дома, и пусть растут. Ну, мы-то, черти, где они их собираются брать. Ну, идем, идем. Пошли вечер, вечер на улице, вечер. Ну, как солнце село, еще не темно, вечер. Лет, ну, такой весна, да, когда цветут тюльпанчики, вы сами знаете. Вот, и мы идем. И, ну, идем по дороге, бесимся, как говорится. Смеемся, рассказывают пацаны нам анекдоты. Идем. Вот, они нам говорят, так, все тихо, пришли мы до ссыпки. Вот к этому зернохранилищу. Пришли, так, все тихо, молчите. А там был сторож, дед такой. Он большей части спал, потому что, ну, кто там что воровал, господи, да никто ничего. Ну, короче говоря, дед этот, похоже, спал. И эти мальчишки пересегнули через железный забор и во двор этой самой сыпки. Так, а мы не ожидали вообще такого поворота дела. Стоим с Людмилой, говорим, ну, сейчас сторож вылетит. Как он им даст? Вот будет им цветочки. Вот посмеемся мы тогда с тобой. И что вы думаете? Собаки выскакивают и за этими мальчишками. А они же оттуда бежат. Но они уже тюльпанов все ж таки нарвали. Потому что, ну, пока что-то собаки эти вынюхали. Двор-то большой. Вот, а тут им близочко надо было. Они же рвут тюльпаны. Они не думали, что там собаки эти. И вот они через этот забор как махнули и кричат, бежим. Как побежали мы вместе с ними в обход по другой улице, сюда, к нашей улице, а оно совсем другая сторона. Ну а что собаки, они же через забор не перемахнут, а сторож, видно, спал, ему и дела нету. Он-то вышел, а уже никого нет, смысл-то какой. Вот мы бежим и смеемся, что есть вообще... Думаем, вот это да, как они вот, не боялись, залезли же за этими тюльпанами. Вот мы, значит, прошли, пробежали сколько времени, все, ребята остановились, вручают нам эти тюльпаны вместе с луковицами. Вот, и говорят, ну вот, видите, а вы говорили, что зачем и чего. Вот, видите, будут вам теперь цветы. Ну, идем мы по улице, смеемся. Они вспоминают, как за ними бежала эта собака. И тут мы подходим к дому этой председателя сельсовета. И вдруг один из пацанов говорит, о, а вы знаете, что вот здесь же такие цветы красивые растут? Давайте мы сюда тоже залезем. Мы стали их отговаривать. Им говорим, это нехорошо, вы что, с ума сошли? Поймают вообще... Как будет некрасиво все выглядеть. И потом там такая собака большая. Фу, подумаешь, собака. Мы сейчас эту собаку отвлекем. Вы, говорит, девчонки, стойте вот здесь. А мы сейчас. А Сашка там жил внизу, чуть-чуть, ну, ниже по улице. Вот они побежали, значит. Приходят через время, приносят колбасу. И вот эту колбасу привязали они, значит, на веревку. Веревку эту к палке и говорят нам, значит, вот мы полезем во двор, а вы тем временем отвлекаете собаку, ну, чтобы она на нас не кинулась, потому что собака-то огромная. Знаете, тогда
собаки вот эти, волкодавы еще по-другому, ну как, ну волкодавы самые настоящие. Я точно пород собак не знаю, потому знаю, что огромная такая собака была, очень большая. Вот. И ни у кого не было таких собак. У нас в основном во дворах были собаки простые, дворняшки, а у них был именно волкодав. Мы их стали предупреждать. Ребят, да ну хватит, сколько нужно. Посадим, они разрастутся, да будет. Да не, ну уже что ты. Теперь уже до конца надо идти. Раз решили, значит решили. Все. День надо заканчивать как положено. Вот, значит, мы держим. Полез один с одной стороны стоит, значит, забора, если что, будет отвлекать на ту сторону, а другой же полез, значит, в этот двор. Ну и представьте ситуацию, да? Собака-то, естественно, это ж не простая дворняжка. Эта собака встает и как ринулась за Сашкой. Ну, Филипп лазил. А забор огромный, железный. И такие пики на заборе наварены. Вы знаете, я не знаю, для чего это делали. Ну, видно, жили они все ж таки зажиточно. Может быть, муж у нее работал в шахте, а она сама председатель сельсовета. Ну, сами понимаете, люди жили зажиточно, естественно. Дома у таких людей были огромные. В домах все было тогда. Для шахтеров много чего привозили в магазины, и они, конечно же, пользовались тем, что работали на такой тяжелой работе. Ну, вы знаете, это достойно того, потому что люди... Очень тяжелая работа была, естественно. Ну, так, давайте так вернемся все ж таки к нашим мальчишкам. Вот. И тут эта ж собака просыпается и за этим Сашкой. А мы что тут с этой колбасой? Мы стучим по забору, значит, этой колбасой на палке вот так же шводим. Ну, что там, господи, нас, что там той палки? Она хап, эту колбасу, и как будто ее и не было вовсе, этой колбасы. Она ее проглотила в один миг. А Сашка через забор же сигануть хотел. А забор с пиками. Как он пересигнул и зацепился штаниной. Ну, мы, в общем, думали, что все, съест его собака. Понятно, но, естественно, она же сначала ж гавкала, а потом гавкать перестала, потому что на него что-то кидается. Короче говоря, остались половина Сашкиных штанов на заборе. Другой Сашка, который стоял по другой стороне забора водил, вы знаете, он так испугался, честно говоря, что не знал, что делать. Он забыл, что надо по забору стучать. Ну, короче говоря... Выскочили мы с этой улицы и бежим. Вот. Ну, я так поняла, что хозяева посмотрели, они поняли, что это для курят пацаны, потому что ясное дело, что взрослые люди не полезут, потому что, ну, во-первых, если что-то воровать, то я понимаю, что было бы совсем по-другому все. Вот. И собака бы замолчала, ее бы накормили, что она и сдохла бы там, и все, что хочешь. Но факт в другом, факт в том, что бежим мы по улице по своей уже, смеемся так, а Сашка-то штаны-то оставил на заборе, а жили они очень плохо, папа их бросил, а мама у него в секту ушла, и мальчишка фактически был предоставлен сам себе. Вот, конечно, и смешно было, и вы знаете, и мы, ну, это дети, мы тогда не осознавали, что это могло бы кончиться очень плачевно для него, потому что, ну, сами понимаете, собака есть собака, да? Ну, тогда нам было смешно. И Сашке смешно, и он-то, конечно, смеялся вместе с нами, но сейчас-то я понимаю, что ему было не до смеха. Потому что рваные штаны, ну, естественно, собака его укусила, наверное. Но он же не будет нам жаловаться, что вот меня укусила собака. Так мы, смеявшись, добежали до дома Сашки. Сашка пошел, переоделся.
вышел на улицу. Ну, мы уже, знаете, такие были разгоряченные, нам уже, как говорится, не нужно было ничего, потому что мы насмеялись вдоволь, набегались вдоволь. Вот были приключения, друзья. Столько было приключений в нашей жизни. На следующий раз я вам расскажу тоже приключения с нами, с этими же Сашками. И приключение это было зимой. Да, много шухарили, что там говорить. Много-много, друзья, шухарили, много. Ну, больших бед мы, конечно, не делали. Мы никого не обижали, ни с кем не дрались, как говорится. Вот, жили в основном мирно. А такие небольшие хулиганские поступки, конечно, были. Ну, если бы мы с Людмилой были вдвоем, вероятно, мы бы, конечно, ничего этого не делали. Но так как мальчишки, а им хотелось перед девчонками же, сами понимаете, показать себя в наилучшем свете, они, конечно, вели себя более так, по-мальчишески, чтобы не показаться девчонкам такими трусами или, ну, даже не знаю, как правильно сказать это слово, чтобы, в общем, девчонки считали их такими боевыми ребятами. Вот. Ну, сейчас, конечно, друзья мои, уже все совсем по-другому. Сейчас этого нет. Сейчас можно купить любой цветок, любое растение, вырастить, посадить и радоваться, как говорится. Главное приложить руки и свое старание, что я, конечно, и делаю. Вот так, мои дорогие друзья. Так что, если вам понравился мой рассказ, ставьте лайки, поддерживайте меня комментариями, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И вы, друзья мои, услышите еще немало историй, которые проходили с нами в детстве, которые были с нами в юности, а также уже в зрелом возрасте. На этом, пожалуй, до свидания. По видео получится очень длинным, и вряд ли вы его захочете смотреть. А в следующий раз я вам расскажу новую историю. Всего вам доброго, друзья! С вами была Валентина, канал «Провинциальная женщина».